А, так это и есть Гонконг. Кто-то сказал, что это занятное место, полное тайн, смеха и развлечений. Не совсем в моем вкусе. Так, добро пожаловать в Гонконг. Погнали, ликвидируйте красного дракона. Доберитесь до места назначения. Погнали. Так. Вот наша цель. Карта. Так. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казаку Фэмили, и мы начинаем проходить такую классику, как Hitman, кодовое имя 47. Всем приятного просмотра. Вот, мы погнали. Присаживайтесь поудобней. Вот, это классика 2000 года. Непонятно, почему у нас первая миссия немного подтормаживает, хотя не должна. Ладно, в общем, суть в том, что скоро тут цели появятся, а нам надо найти дворик, куда на крышу забраться, точнее лифт. Так, стоп, я лифт не могу найти. Серьезно? А, все, нашел. Просто тут немного... Надо все в темпе делать. Так, погнали. Твою мать. Цель прибыла, надо ускориться. Ну... Так, это синий дракон, а нам надо заводить именно красный. Давай на крышу забирайся. 47. Так, погоди. Тут очень забавный момент будет. Если получится, конечно, вам его показать. Вот. Не забывайте, кстати, про лайки, репосты, комментарии. Мы общаемся, делаем подкасты. Ну и, естественно, короче... Так. Сейчас, ребятки, секунду. Так. Вот наша цель. Все. По-моему, мы цель... Или они грохнули, подожди. Стоп, я профукал момент, что ли, или что? Подожди-ка. Твою мать, подожди. Мне интересно, статус миссии какой. Неужели мы цель? А, их обоих надо было завалить. Твою мать. Ладно. Миссия, короче, провалена, да? Получается. То есть мы одного убили, а надо было убить и синего, и красного, да? Чтобы переиграть, нажмите. Ладно. Так. Как говорится, первый ком блином, да? Погнали. Не, прикол в том, что мы практически сделали все правильно, но в итоге мы обсосались. Ну ладно, попробуем сейчас все сделать еще быстрее. Блин, но графика, конечно, для 2000 года просто шикарная.
я имею в виду, красиво выглядит. То есть, если бы в 2000 году были такие патчи на игру, да твою же мать. Так. Так, сейчас. Погнали. Давай быстрее. Давай. Мне понравилась, конечно, сцена с вертолетом. Вообще крутая штука. Так. Почему? Но это синий лотос, а нам надо еще этот. Твою мать. Так, сейчас. Нам надо как-то встать, чтобы... Ну а красный лотос где? Вот он. Так, подожди, они жмут руки. Твою мать, в смысле не попал? Блять, я не пойму, блять, 47-й, ты косой или чё? Блять, как можно коситься снайперки? Это ж просто пиздец какой-то. У меня с первого раза получилось, когда я играл сам, у меня, блядь, с первого раза получилось обоих забубенить. Ну теперь, блядь, игра надо мной просто издевается. Просто. Я просто уже не хочу, как сказать, снова тупить. Но, походу, 47-й просто... Ну давай! Блин, вот эти касцены, вот эти скрипты, блин, для 2000 года это было просто ужасно. Да, мы поняли, что ты круто там что-то там собираешь, собирай. Я еще хочу посмотреть... Почему тут это режим камеры, а как? Нет, это не то. Так, изменить режим стрельбы. Так, ну, может режим камеры поставить X? Это не то. Чё? Стоп, тут несколько лифтов, блять, серьезно? Тут еще один лифт есть. Охренеть просто. Ладно.
Так, это мы уже поняли, это выходит этот. Так, подожди, а красный выйдет слева? Ну, чё так долго? Алло. Да в смысле, блядь? Да в смысле, япона, мать? Да ебануться! Что за херня? Я, блядь, просто в шоке. Я не могу со снайперки убить кого-то, вы серьезно? Это, блядь, что за идиотизм? Скажи, простите, пожалуйста, это что за хуйня? Да, прекрасно, мне, блядь, еще игра тут запрещает пойти в ту сторону. Давайте же обойдем, блядь. Ебать, ну что за херня? Что так тормозит игра? Выкинуть, блядь, видеокарту надо, блядь. Я не знаю, что выкинуть. Игра, блядь, просто не хочет работать, блядь, нормально. Заебись, блядь. Блядь, сколько мурыжить эту миссию, скажите, пожалуйста, а, блядь. Угу. То есть этот пидор побежит, скорее всего, туды, да? Мы поняли уже, подожди. Да, блядь, что за конченый тут обзор? Алло! Я вижу, что я могу, блядь. Тут два обзора. Либо обзор оттуда. Так. Да понял я, отвали ты, блин, ну что с камерой происходит? Ага. Блять. Да ёбаный в рот, ну что происходит, а? Бля, я вообще цель не вижу, блядь, ебанулся просто. Блядь. Блядь, наконец-то уебал я этого гондона. Заебись. Подожди-ка. Ну вот и все. Падай. Сваливаем нахер отсюда. Подожди. Где чемодан? Сваливаем, говорю.
Бля, ну это было потно. Потно в том плане, что не сразу получалось это выполнить миссию. Ну. Да. В смысле? Бля, ты серьезно? Красного током завалить надо было. Это пиздец какой-то. Почему-то я подумал, что обоих надо было завалить. Дубль 3, я не знаю, какой там уже дубль. Подожди, общее время мне покажи. Блять, серьезно? Да что-то я не думаю, что мы 18 минут проходим. Бред какой-то. Да. Блять, вот эти тормоза в этой миссии мне просто поражают. Блин, это капец какой-то просто. Красного тока завалить, блин, ну почему? У меня ж получилось в какой-то момент красного долбануть. О, господи. Дай мне сила. Ждем тогда, чтобы красный появился. Нет, я обожаю игру Hitman, но то, что тут вот такие косяки с физикой и просто с траекторией, снайпер просто сосет в сторонке. Но все равно я считаю, что первая миссия, она самая такая, как сказать, необычная. Но они должны вроде вдвоем сойтись, главное попасть к красному и все. Все. Валим нахрен отсюда. Это я не понял, это у нас палит, что ли, до сих пор? Надо тогда просто успеть свалить и все. Нифига себе, я не думал, что они так его знатно будут охранять. Блин, а я думал, не запалят, а что-то запалили-то. Непонятно почему. Ну, мы успели, как говорится, свалить. Да. Миссия выполнена, в принципе. Вот.
Засада в ресторане Вонг-Фу будет, но, в принципе, мы ее выполним, наверное, уже на втором этом прохождении. Так что, в принципе, как говорится, всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили. Всем до скорого. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.